Как-то раз я поехала в Пусан и решила перекусить по дороге. Время пути от моего города до Пусана занимает около 2 часов. И очень хорошо, что на этом длинном пути есть такие остановочки, где можно перекусить, сходить в туалет и просто отдохнуть. Здесь вы можете отведать не только уличной еды, но и, конечно же, горячие блюда, такие как суп, лапша и так далее. Также здесь есть круглосуточный магазин. И вообще все это место работает круглосуточно. В терминале я заказала себе корн-дог с картошкой. Корн-дог в переводе с английского, конечно же, кукурузная собака. Решила я ее сегодня съесть с сахаром. В последнее время я перестала покупать корн-доги в таких местах, так как в основном они делают с двойным слоем теста. Раньше я не понимала, как можно есть это с сахаром, но теперь все изменилось. Почему-то я не предусмотрела, что все будет сыпаться. Обычно дают чашечку из бумаги, но в этот раз что-то не дали. Цены, конечно, охренеть как завысились, но туалеты здесь бесплатные. Я была очень голодная, поэтому все схавала. А тут какая-то бабулька стала возле моей машины и заглядывает в окно. Корн-дог был не очень вкусный и немножко суховат. Мне написали тут, чтобы я не жрала на камеру, потому что это противно. И знаете что? Идите нахуй.